Мы с вами находимся на чемпионате Украины по панкратиону и грэпплингу. Это юбилейный 15-й чемпионат Украины. Харьков принимает такое мероприятие во второй раз. На данном чемпионате идет отбор в национальную сборную страны по панкратиону и по грэпплингу. Уже в феврале месяце ребята будут принимать участие на чемпионате Европы в Риме. И в дальнейшем будут отбираться на чемпионатах мира по панкратиону и грэпплингу на всемирные игры единоборств, которые состоятся в 2021 году в городе Нур-Султан в Казахстане. Очень приятно, что в прекрасном городе Харьков проходит такой чемпионат. Это один из лучших чемпионатов, которые могут быть в году. Это чемпионат Украины с панкратиона, чемпионат Украины с грэпплинга. И здесь сегодня лучшие спортсмены, заслуженные мастера, мастера спорта международного класса, мастера спорта. Приятно, что Харьков принимает в отличнейшем паласе спорта «Локомотив». Сегодня мы надеемся увидеть яркие, красочные поединки. Ну и дай бог, чтобы все было без травм. И это будет большим примером молодежи, когда взрослые чемпионы показывают совершенную технику и красоту в поединке. We're about to turn it on.